Дорогие мои земляки, я всех поздравляю с огромным событием, которого мы очень долго ждали. Открытие нового аэропорта имени Юрия Алексеевича Гагарина. Я поздравляю не только саратовцев, но и также гостей, которые теперь смогут чаще прилетать в наш потрясающий город и знакомиться с его историей и культурой. Поздравляю в первую очередь строителей и всех тех, кто имел отношение к этому грандиозному проекту. В первую очередь инициатора этого проекта Вячеслава Викторовича Володина. И сам я жду не дождусь, когда смогу приземлиться на новую взлетно-посадочную полосу и на катере проплыть до центра города. Ну, по-моему, это фантастика. Об этом можно было только мечтать. Но мечты сбываются. Поздравляю вас, обнимаю, до встречи. Ваш Миронов.